Всем привет, это MadLakas Channel, вы смотрите 82-ю серию прохождения игрушки Зевс Повелитель Олимпа. В прошлой серии нас случайно Лирн завоевал, но с этим ничего поделать нельзя. И я сейчас устанавливаю то, что мне разрушил в процессе битвы. Так, давай здесь еда, шерсть, масло. Так, еще, по-моему, мне нужно дворец установить обратно и построить. Потому что мне его снесли, и это означало поражение. Так, а противник Лирнс опять отправил армию в мой город. Ладно, придется, видимо, от него отбиться еще раз. Осторожно, аккуратно. Так, что-то здесь народ уходит. С рабочими ситуация, так скажем, не лучшая. Потому что здесь вот шерсти не хватает, поэтому здесь куча народу ушло. Но надеюсь, скоро здесь у меня все устаканится. Все будет хорошо. Так, ладно, сейчас от второй волны Лирнуса придется отбиться. И потом мы опять пойдем его дозавоевывать. Что называется, у него осталось всего три щита. Так, и потом нам надо будет только отправить Ахиллеса для того, чтобы он вернул лук и стрелы Геркулеса. Так, с рабочими, конечно, ситуация не очень. Но, по-моему, сейчас должна прийти пачка поселенцев, вот она идет, которая исправит это положение. Так, здесь вот у нас все развилось по полной, и сейчас только мы ждем заселения новых товарищей. Так, вот пришел Лирнос, давайте будем защищать город. А, давайте сразу же вызовем Талоса. Я посылаю Талоса, чтобы избежать неприятностей. Так, отлично. Так, Афина уже здесь материализовалась. Так, они с верхнего угла к нам идут. Отлично. Так, давайте скорость совсем чуть-чуть уменьшим, для того, чтобы я успел расставить свои войска. Так, войска у нас явно будут располагаться все здесь. Вот это вот наше обычное, что называется, поле боя. Так, отлично. И еще один отряд. Так, еще, наверное, нужно... Ага, спасибо за драхму, момент части. Еще, наверное, нужно парочку отрядов поддержки. Как бы камнекидальщиков. Парочку. И все. Так, что здесь? Талос уже почти на подходе. Афина. Афина не может слезть, видимо. Все, она нашла, где спуститься. Так, Талос, давай. Они вот только построились. Талос как раз вовремя подошел. А Ахиллес на подходе. Так, вражеская армия уже начала нападать. Но, надеюсь, она недалеко дойдет. Так, вы, главное, всадника всех уничтожьте. А то у меня всадников нету. Вот, вражеские всадники, поэтому нужно желательно... Ты предал меня, подлый предатель! Ха-ха-ха! Приготовься скрестить мечи с Ареем! Так, Арес пришел. Только вот Ареса здесь и не хватало, на самом деле. Так, то есть мы теперь на два фронта воюем. С одной стороны нас зажимает Лирнская армия, а с другой стороны... Так, вы что мне снесли? Вы мне налоговую службу снесли. А-та-та, как не стыдно. Так, ага, Арес не торопится материализоваться, ну окей, это его право. Так, вся моя армия здесь вроде бы собралась, вроде бы, и она не даст вражеской армии пройти вниз. Так, и возможно даже вражеская армия не дойдет, собственно, до наших воинов, потому что здесь вот Талос, Ахиллес их потихонечку догоняют. Так, Афина, видимо, уже ушла отдыхать. Или нет? Афина. Афина.
Так, Афин мне ничего не скажет. Так, спасибо за подать всем. Так, вы мне снесли еще жилище. Одну штуку. Так, один всадник прошел, пробрался. Но он, по-моему, дальше всяко не проберется. Или проберется. Эй! Чувак, ты как прошел мимо? Так, его Гефест прикончил, это чудесно. Хорошо. Так. О, все, отлично, мы победили. А, давайте потихонечку вернем все, что нам снесли. Так, вот налоговую службу поставим. Здесь видим пока что ничего установить нельзя, потому что здесь все еще идут остатки боя. Надо бы отправить людей, чтобы они, да, все домой, все работать. Так, здесь тоже желательно всех отправить домой. Ух, у меня прямо зверская здесь ситуация с рабочими. Надеюсь, сейчас все устаканится. Так. Мне нужно восстановить обратно жилые дома. Так, я так не могу всех их кормить. Вот если бы они работали, я бы мог всех кормить. Угроза войны пугает переселение. То есть ко мне что-то никто не хочет идти. В смысле? То есть ко мне никто не хочет идти из-за того, что... Так, миграция. Война препятствует миграции. Из-за войны никто не хочет ко мне идти. Вот лирная зараза. Так, а тем временем здесь еще у нас есть РС, он привел свою армию, но здесь вот Афина с Ахиллесом потихонечку его развлекают. Так, вот сам РС куда-то исчез уже? Или нет? Или где он? А, он телепортировался, видимо, немножко, он решил поиграться с Афиной. Так. К сожалению, Афина сдала свои позиции. Ну что ж поделать. Так, видимо, сейчас Рез будет что-то сносить. Рез, давай быстрее. Решай, что ты хочешь снести. Ну, Рез. Ладно. Рез здесь. Угу. Ахиллес тем временем потихонечку доканчивает армию Ахиллеса. Ну хорошо, хоть армию Ахиллеса ее убить можно. А вот с самим Аресом, видимо, делать нечего. Придется терпеть все, что здесь будет творить. Так, Лирнос разгневанный. Что там с моими войсками? Мои войска, в принципе, они все на месте. Так, они сражаются. Кто с кем сражается? А, они с... Ну, я понял, с чем они сражаются. Так, а я не могу их отправить всех домой. Совсем всех. Видимо, нет. Так. Ты зачем мне снес рыбный пруд? Раз. Так, Ахиллес. Ахиллес против Ареса. Интересно, кто победит. Так, Арес побеждает Ахиллеса. Ну, в принципе, логично. Против богов не попрешь. Так, а вы кто? Эти враги не представляют угрозы, мы скоро будем победителями. А, они домой идут. Домой идут. Все хорошо. Так, мне бы всех остальных домой отправить. Почему я не могу их отправить домой? Я могу сделать их только на маршируют. В общем, странно здесь все. Устроено. Так, ну, возможно, я их не могу отправить домой, потому что рядом враг. Арес и его солдаты. Так, а мне бы все-таки хотелось бы уже наконец закончить данную миссию. Я слишком долго с ней вожусь, на мой взгляд. Непростительно долго. Так, Гефест против Ареса. Кто же победит? Арес побеждает. Ну, логично. Так, ну, видимо, Арес пока не уничтожит мой дворец, он не успокоится. А теперь он будет мне амбары сносить сейчас. Ох, у меня здесь шерсть прибыла.
Так, ну ладно, он пока здесь очень медленно размахивается. Шерсть мы привезли, упаковали. Сейчас главное, чтобы не разрушил этот самый хранилище шерстью. Нет, нет, нет. Ах ты ж. Ты зачем мне снес зал героя для Ахиллеса? Поскорее бы он ушел, он меня так напрягает. Так, мне, видимо, сейчас этого Ахиллеса нужно будет заново звать. Ужасно. Так, может быть, я их смогу отправить домой? Нет, я не могу их отправить. Так, ладно. Может быть, я смогу уже отправить своих солдат, нападать на Лирнос. От героя нету, героя нету. Нет, давайте подождем, когда у нас герой к нам придет обратно. Так, я могу его позвать? Да, давайте позовем. Подождем, когда он придет. И отправим армию опять. Ага, он мне снес. Ваша команда добилась успеха. Так, Ахиллес пришел. А, Рес наконец ушел. Все, наконец. Замечательно. Теперь мы можем не волноваться. Давайте обратно рыбные пруды отстрою. Так, возможно, еще то, что там в результате войны мне снесли, я тоже отстрою обратно. Так, мои войска. Так, это баг такой, что ли, я не знаю. Почему я не могу их домой отправить? Ладно, пусть стоят. Проветриваются, что называется. Так, вроде больше ничего мне не снесли особо. Так, шерсть. Шерсть тоже на месте. И, собственно, давайте наконец на Лирнос нападем. В последний раз, надеюсь. Возьмем Ахиллеса и поддержку Аулиса. Давайте возьмем. Аулис наш. Так, конечно, у Аулиса один щит. Он еще сейчас обидится на нас. Возможно, я зря попросил его поддержку. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Так. Я, по-моему, там. Бронзу давайте не будем покупать, давайте доспехи все будем в срочном порядке продавать. Совсем все, совсем в срочном порядке. Бронзы у меня, по-моему, уже достаточно. Так, мне еще статую бы куда-нибудь забагрить. Кому нужна статуя? Аулис, давайте я подарю статую. Скульптуру 4 штуки. Так, кому бы еще подарить? Вот Лирнос, противник, давайте я тоже подарю статую. 4 штуки. Потому что они мне не нужны, я больше храмов строить не могу и не собираюсь. Так что вот. Так. Так вот, здесь мои войска рассосались. А, они же, я же их отправил воевать. Вот они рассосались. Так, рабочие силы у меня постепенно восстанавливается. Так, доски и мрамор. Так, доски я, по идее, продаю. Да, я могу продавать кому-то мрамор. Я могу продавать. Давайте я мрамор тоже буду продавать. И все. Я сейчас пытаюсь базу денег довольно большую собрать для того, чтобы следующую миссию начать не с пустым карманом, что называется. Так. Ладно, теперь мы ждем вестей от нашей армии. Сможет он там воевать всех или не сможет. Спасибо за оливковое масло. Нет, мы не смогли завоевать Лирнос, но зато его защита упала до одного щита. То есть следующий набег мы должны прямо точно все захватить. Я надеюсь. Ага. Аугульс благодарит. Ага, еще 4 скульптуры от Сима к нам пришло. Окей, наши войска вернулись. Так, Лирн становится злым, и он что-то хочет со мной сделать. Непонятное.
Так. Нет, здесь все еще эти баги какие-то странные. Ладно, ладно. Так. Так, 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 так. Ага. Хорошо. Так. Нет, Лирнос пока еще на меня не нападает. Так. А в чем проблема? Почему вы так медленно производите доспехи? Так, или вы решили их просто все продать? Так, так. Спасибо за драхму. Так, угу. Довольно какая-то странная ситуация с количеством рабочих. Так, так, так. В принципе, здесь вот восстанавливается потихоньку, восстанавливается. Так, угу. По идее, почти все мои войска восстановились. Давайте сделаем... А, ух ты, вражеская армия ко мне пришла. Вражеская армия ко мне пришла. Ну, по-моему, армия будет маленькая, я смогу от нее спокойно отбиться, поэтому я... Ага, еще у Симы давайте попросим помощи. Ахиллес я оставлю на всякий случай, чтобы мы могли отбиться. Так. И все, ждем. Может быть, даже я откуплюсь от этой армии, чтобы не терять время. Если она совсем мало запросит у меня денег. 2000 драхм, да? Подавитесь. Все. 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 Так, и возможно, у меня промашка была именно в том, что нужно было еще Ахиллеса сюда подключить. Было бы совсем все замечательно. Так, окей. Так, кому подарить еще? А, скульптуры. Давайте я Трое подарю скульптуры. Так, Милетус, Эфиопия. Милетус или Эфиопия? Давайте вам Милетусу подарю скульптуры. Вот Сим, зачем я его завоевывал? От него никакого толку. Он мне шлет скульптуры, которые мне нафиг не нужны. Так, ну все. Все, все. Скорость на сотню. И ждем результатов боевых действий. Так, игра не собирается ускоряться. Вот. Другое дело. Угу. Отлично. Лирнос захвачен. Так. Это все очень чудесно. Все замечательно. Так. Лирнос захвачен. Так. И у него можно покупать шерсть и мясо. Это давайте... Я пока не буду торопиться завершать миссию. То есть мне осталось только отправить Геркулеса. Я хочу поднакопить немножко больше денег. Давайте построим порт для торговли с Лирносом. Ух ты, это торговый пост. То есть здесь даже сухопутно все будет происходить. Это хорошо. Так, единственное, куда бы мне это все ставить. Так. Тебя давайте перенесем сюда. И торговый пост. Ага. Войска победителей возвращаются. Торговый пост я поставлю сюда. А будем покупать мясо и шерсть. Отлично. Будем восстанавливать нашу рабочую силу. Так. По-моему, даже теперь могу позволить спокойно сюда продавать. Шерсть, масло. Да. И все. Давайте я скорость поставлю на максимум. И просто подождем, когда у нас посмотрим, накопятся деньги. Так, вот, спасибо за рыбу. Угу. Доски, которые мы сейчас продадим. Мрамор здесь у нас, по идее, уже продается. Оливковое масло у нас в запасе довольно много. Угу. Вот Лирнос. Если бы у него так много войск не было, его бы имело смысл вообще в самом начале завоевать. У него шерсти и мясо. Прямо вот как раз то, что мне не хватает. Так. Тем временем наши деньги довольно быстро прирастают нам. Ну, короче, довольно быстро баланс увеличивается.
Никто на нас не нападает. Вот, короче, истинное блаженство, что называется. Так, ну и до скольки мне подождать? Давайте до 40 или 50 тысяч подождем. Так, уже 30 есть. Так, здесь, ух ты, здесь даже безработные появились. Раз появились безработные, значит, давайте я зарплату понижу немножко. Еще немножко понижу. Так, 15 рабочих, идеальный баланс. Все хорошо. Все чудесно. Так, здесь возможно даже... А, они дальше не развиваются, потому что им оливковое масло. Оливковое масло. А, оливковое масло не покупается, потому что оно слишком далеко расположено. Интересно. Так, это очень интересно. Так, давайте я попробую устранить этот недостаток. Так. Ну, чисто так, по приколу. Построим здесь еще одну дорогу лишнюю. Может быть, это позволит нам еще один квартал развить, хотя, в принципе, мне это особо и не нужно. Здесь вот с рабочими все чудесно на данный момент. Ага, спасибо. Спасибо за рыбу. Так, с голодом теперь проблем нету вообще. Так, 8 мраморных плит, 1000 драхм, момент счастья. Все работает, как часы. Мы производим кучу доспехов, продаем им. Продаем ваулис. Еще куда-то там продаем. Так, мрамор. Лишний мрамор. Так, а в чем проблема? Мрамор. Он так медленно продается. Или я его еще покупаю? Нет, я вроде не покупаю мрамор. Сыр, рыба. Нет. Интересно. Все очень интересно. Так. Дар Драхма Саляма. Так, теперь у меня все забито шерстью. Все лишние амбары. Ага, лес. Лес, лес. По-моему, даже уже теперь некуда складывать еду. Ну, в общем, зажрались мы теперь уже. И думаю, сейчас, собственно, самое время отправить героя Ахиллеса, чтобы он навернул стрелы Геркулеса. Вот бы вот так вот с самого начала миссии, а то, понимаете ли, сразу такой хардкор, деньги достать неоткуда, все нападают. С периодичностью год или полгода. Арес приходит, все крушит. Ужас, кошмар. Так, ну и теперь мы, собственно, отстроились как нужно. Все в достатке, мы можем постоять за себя. Ну, в принципе, сейчас на нас особо никто не нападает больше. Никому мы уже не нужны такие. Ладно, ждем, ждем, когда, наконец... Так, может, я могу проследить, куда там ушел Ахиллес, или Ахиллес пока еще никуда не ушел. Так, ну, на карте его не вижу, во всяком случае. Ладно. Процентов. Ох. Данатос развился в сильную военную базу, которая сможет помочь вам завоевать Трой. Агамемнон будет находиться там, чтобы управлять военными делами, даже если его собственный город был приведен в беспорядок под руководством его жены Катамнестры. Поговаривают, что Катамнестра даже завела себе любовника и больше не выделяет средств на поддержку войны. Один из главных опорных пунктов Данатоса Лаонасис был взят. Он понес большие потери на войне, и теперь его защита очень ослабела.
Теперь настало время возвращаться в Воллис. Отлично. Давайте послушаем брифинг следующей миссии. Возле самых стен Трои армии греков удалось взять в плен старца-прорицателя по имени Гелен. Как и большинство греков, Гелен был из правящих слоев, и он вошел внутрь вместе со своими двумя конвоирами. «Вы когда-нибудь слышали о палладиуме?» – спросил Гелен. «Палладиум – это какой-то предмет, замурованный в стены. Его подарил городу Посейдон, когда строил эти стены. Троя никогда не падет до тех пор, пока этот предмет будет оставаться на своем месте. Вы должны найти и забрать этот предмет, если хотите выиграть войну. Попытайтесь». Только Одиссей может найти и забрать этот магический предмет. И великий герой вел себя довольно странно. Он единственный полководец, способный противостоять Трое в этой войне. Хотя он очень странный, почти безумный и иногда истерически смеется, помочь может только он. И возможно, если вы предложите ему море вина и скажете, что еще неизвестно, что случится с его родной Итакой, если он не захочет помочь, то он согласится. Так, отлично. Можете видеть, что здесь опять нужно собрать кучу ресурсов для еще одной колонии, которую мы... Там у нас был выбор построить две колонии, видимо, мы будем строить еще вторую колонию. И нужно произвести поиск, видимо, нам нужен Одиссей для того, чтобы выкрасть Палладий из строя, или как там, Палладиум был. И, собственно, давайте перейдем к городу. Колония готов, у нас есть еще немножко... времени попробуем посмотреть. Ох ты ж, здание. Ты как-то не вовремя разрушилось. Так, ладно. Так, я здесь уже забыл, что здесь вообще у нас все есть-то. Так, вроде здесь у нас все было хорошо, кстати. Так, да, с рабочей силой все чудесно. Денег у нас еще больше, чем было до. Так, по-моему, пряжу я явно могу отставить. У меня здесь забито все. Пряжу отставим в сторону. Масло оливы я, в принципе, тоже могу позволить себе отставить в сторону. Пшеница, которая на складах хранится. Так, у меня на сколько? На 7. Так, на 7 месяцев пищи. Ага, теперь я стал на 2 месяца. Но ничего. Вот сейчас у меня как раз урожай. Только что прямо был. Поэтому, насколько я помню, у меня здесь вообще все забивалось пшеницей. Очень сильно мне даже приходилось не на некоторое время отключать производство пшеницы, чтобы это все как-то устаканилось. Так. Так, доски, доспехи еще нам нужны. Так, так, так. Доски, доспехи, это дело наживное. Ага, мастерская доспехов. Так. У меня вот Тинедос. Ага, он, значит... Так, Тинедос, он, короче, ничего не производит, он только потребляет. Но, с другой стороны, для... Ну, короче, лишнее все ему можно сбагривать. Можно ему шерсть сбагривать. По-моему, у меня здесь шерсти завались. Да, у меня шерсти завались, шерсть я могу сбагривать в Тинедос. Да, давайте я порт с Тинедосом поставлю какой-нибудь, куда-нибудь. Так, здесь, конечно, проблема с тем, чтобы все где-нибудь расположить. Так, давайте я буду шерсть продавать. Так, 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 оливки, виноград, пшеница. Пшеница мне пока, видимо, самому нужна. Шерсть у меня просто здесь бешеными темпами производится. Так, мне нужны... Приветствую, смертный! Я повелитель моря, у меня для тебя задание. Ага, Посейдон, это хочет, чтобы ему Палладий или Палладиум вернули на место. Так, зал героя для Одиссея, давайте поставим куда-нибудь сюда. Ага, нужна большая популярность и много элитных домов. Ух ты, я могу строить элитные дома, наконец-то могу себе иметь собственную армию. Это радует, радует очень сильно. Так, ну элитные дома я построю. Но, видимо, уже это ближе к следующей серии. Высокая популярность. Это, видимо, мне нужно быть популярным у моих противников. И не только, у союзников тоже. Ну ладно, будем им дарить подарки.
Отлично, окей. Так. Досок закупить, доспехи провести, по-моему, проблем нету. Давайте досок закупим у кого-нибудь. Импорт. Так, с Милетосом я не могу торговать, к сожалению. Вот вино я ему очень много продал бы, если бы он купил бы. Так, вот лес, давайте одну партию из Итаки закупим. Виноград, вино, рыба, мрамор. Так, ладно, понятно. А, у меня еще есть какие-то храмы. Древо Афины, врата Аида. Древо Афины, врата Аида. Стоит их строить или нет? Так, а здесь что построил? Ага, храм Посейдону. Я его еще не достроил. Мне нужно больше мраморных плит и больше скульптур. Так, а сейчас они застряли на скульптурах, я так понимаю. Так. А Сим, он у нас как бы теперь уже... Угу. И вот у Сима можно как раз скульптуру и закупить. В принципе, даже именно что скульптура, а не бронзу, из которых можно произвести скульптуры. Потому что я могу себе это позволить. У меня денег куры не клюют. Так. У меня вот единственное, что не очень хватает места, куда мне располагать мои порты. Так, давайте я осторожно так вот сделаю, чтобы случайно не подсоединить здание к соседнему, вот это вот, соседней дороге, к соседнему кварталу. На сегодня 5000 людей, это радует. Спасибо, Тинедос. О, а мне скульптура Сим платит данью. У меня нет смысла покупать у него скульптуры. Но у него можно будет покупать бронзу. Так, я закупил доски. Доски мы сохраним. Так, нужно ли нам еще доски? Доски. Ладно, пусть еще парочку партий закупится. Я думаю, от этого ничего страшного не будет. Может быть, мы себе еще какой-нибудь храм построим. Так, и сейчас нам нужно, наверное, наладить производство доспехов. Так, я доспехи произвожу, нет? Доспехи. У меня такое ощущение, что нигде доспехи не произвожу. Хотя у меня доспехи есть. Доспехи 8. В принципе, у меня и раньше было 8. Видимо, они просто лежат, ниоткуда не приходят, никуда не уходят. Так, мастерская доспехов. Давайте поставим парочку. Тройку, четверку. Так. Так, так, так. Тройку. Я сказал тройку, давайте поставим. Так, и давайте будем закупать у Сима бронзу. Так, ага, нужны рабочие. Ну, хотя бы теперь бронзу есть откуда доставать. Раньше я ее доставал из Милетоса, но Милетос сейчас как бы его нету, можно считать. А больше мне неоткуда пока что доставать. Ничего лишнего. Так, храм Посейдона. Что там с тобой? Так, он уже почти готов, по-моему. Ага, еще 4 скульптуры. Ладно, подождем до конца года. До конца следующего года. Так, я даже скорость немножко увеличу. Май, июнь, июль. Так, народ уходит. Ух ты, 100 рабочих требуется еще дополнительно. Так, что вы уходите? А, у вас еда закончилась. Ну, еда это, конечно. Жалко, что она закончилась. По идее, она должна... Скоро там все восстановиться, все должно. Так, так. Так, подарки. Я так подумал, что насчет подарков кому-нибудь. Вот, здесь шерсти дофига. Давайте я попробую трое подарить шерсть. На 8 мотков. Потому что нужно.
Лир нас восстал, лояльный, давайте ему тоже подарим. А нет, он производит шерсть, ему не нужно дарить. Давайте Тинедус еще шерсти подарим. Штук 8. Ну, будем постепенно повышать свою привлекательность, свою популярность. У меня высоко, но, видимо, не идеально. Ага. Так. Культура, финансы, мифология, безопасность. Так, здесь, видимо, популярности особо нету. Так. Ага, трое благодарит. Мои дражайшие, поклоняйтесь мне, и ваши солдаты станут обладать великой силой. Так, Тинедос просит шерсть. Так, я ему случайно так отправил шерсть немножко раньше. Так. Ага. Так. В смысле? Я не прочь выслать вам 13 единиц шерсти. А почему я не могу этого сделать? Такой баг или что? Так, тем временем сейчас, по идее, должны достроить храм Посейдона. Давайте я подожду, когда он достроится. И, наверное, на этом надо будет серию уже завершать. Все отлично. Храм достроился, он функционирует. И не знаю, что конкретно Посейдон дает. По-моему, он дает кракена. Кракен, который защищает наш город с моря. И, собственно, вот. Так, а я еще автоматически выслал ему пряжу. Так, может быть, какой? Гермес? Это все. Устроил за меня, но, видимо, что-то не вывелось сообщение, что Гермес это сделал. Ну и, наверное, вот. В принципе, мы здесь вот собрали все, что нужно. Бронза у нас закупается, доспехи производятся. Для Палладия нам нужно больше лояльности получить, по-моему, все остальные. Еще элитные дома нужно построить. Ну и этим мы, наверное, будем заниматься в следующей серии. На этом я данную серию, наверное, закончу. Всем спасибо за внимание и всем пока.